Это уже случилось в Казахстане. Там, значит, у них пожар произошел, и люди собственными силами, это ужас, люди собственными силами спасали. Невозможно смотреть, там несколько роликов мне выслали. Короче, у нас в Алматы был пожар. Люди сами себя спасали. Одна женщина погибла. Вот. И... Короче, сейчас покажу вам другой ролик. А вот система спасания при пожаре в Южной Корее. Казахстан недоволен своим правительством. Категорично недоволен. И они застряли на январе 22 года. Перед вторжением в Украину там было беспощадное избиение мирных жителей, которые вышли без оружия. Вот они теперь, как и Беларусь, не могут подняться. Представляете, какие южные корейцы молодцы? Я офигела! Крутяк.